Всем здрасте. Середина декабря. Красота на улице. Не холодно. Минус 3 после прошлого нашего выхода. Уже были дожди, опять все оттаяло. Мы в Подмосковье. А с охотником повстречались. С гончей собачкой охотится. Рыжего, наверное, видели уже нашего. Но пока, естественно, мы его с собой не берем. Он еще маленький. Вот. Кто не видел, сейчас фотку прикреплю. Вот. А мы двигаем, как всегда, в сторону оврага. Место новое. Что из этого выйдет, неизвестно. Вот. Будем надеяться. Перебрались через овраг. Вот он идет, большой достаточно, с ручьем. Сейчас уходим туда, более глубже, к дорогам. Вот такая нора чья-то под выворотнем. Что там интересно? Но она какая-то неглубокая. И следов нет. Может, просто пытался он вырыть. Этот кто-то. Но не дорыл. Идем вон туда, до следующего оврага. Ага. Здесь вряд ли чего будет, а там здесь надежно. Ты прикалываешься? Вряд ли чего будет? Обычно что угодно, где угодно. Короче, к следующему оврагу. Так, прошли метров 300 вот этих вот посадок, да? Ну, вдоль поля, который... от того оврага, и вот начинается следующий овраг. И судя по всему, вот этот накат и повторяет старую дорогу. Сейчас мы проверим, конечно. Вот, на ней, естественно, будет много мусора, но обочинки-то никто не отменял. Мы сейчас их проверим. Земля мягкая. Две недели назад вот мы выезжали к Дубу Ивану, там был бетон тогда, ну минус 14 влупило. Сейчас красота. Середина декабря, какое число? Число 15, наверное, или 14, или 16. Чуть мы в числах совсем попутались. Будем сейчас проверять обочину. Так, вот смотрите, перерезали, вот здесь она где-то начиналась, дорога, смотрите. Она вот здесь через поле шла? Да, да, да. Смотрите, какое дерево здоровое. Прям здоровое. А здесь, вот он овраг начинается, я так понимаю. Красиво. Сейчас мы ее прозвоним. Вот мы подошли, вот он овраг. И где-то через него была... дорога туда вот уходила, вперед. Такой глубокенький. Метра, наверное, полтора вниз. Там что у нас за дыра очередная? Давайте посмотрим. Хрен знает. Пещера какая-то. Непонятно. Люб копает фольговый сигнал. Что здесь копали. Кто? А, ну да, охотник. Ну, естественно, копали. Фольга. Что за фольга? Ну, фольговый. Сейчас посмотрим. Посмотрим, можем мы посмотреть даже на камеру. Продолжаем. Ну, как он же стен. Я там скребу. Это железо. Железо? Я не знаю, что это железо. Интересно. Ладно, фиг с ним. Если что-нибудь интересное найдем, то выкопаем, то покажу. Короче, нам вот туда. Вот и думаем, с какой стороны оврага она шла. Непонятно. Непонятно. Будем смотреть. Да, вот капну на березину молодой. Я думаю, что все-таки она шла где-то здесь. Шла она вот так. Ну, мы сейчас проверим по чернению и по всему остальному. Ну, что, двигаем в сторону по оврагу. Предположим, что вот она дорога. Похоже? Похоже.
У Люб первая монетка сегодня. Вообще, на самом деле, не шибко-то мы сегодня не рассчитывали. Так, погуль. Сейчас я дойду до тебя. Какой? Здесь песок. Бля, советский храмочник. Квадратики, да, плохо сохраняются. Но здесь грунт очень хороший. Мы так, ух ты. Мы так особо на монетки так не рассчитывали. Мы вообще не рассчитывали. Да. Мы когда ехали, мы думали, грунт промерзший насмерть. Казалось, не так. Уже хоть одну дали, и то, слава богу. Но вот эта дорога точно визуально. А ты на обочине. Грибники ходили, теряли в 38-м году. Ну, а я же могла варьироваться сюда-сюда. Ты посмотри, выйди. Чего? Ну, выйди и посмотри. Я не знаю, в какой я части, но это дорога. Вот. Знаешь, что ты найдешь? Я пойду потом укрою. Смотри. Похоже? Пробиваем. Так, идешь, идешь по дороге, идешь, идешь, идешь. Дерево. Оп. А из нее тяпка торчит. Прем от одной дороги к другой. Там пока тишина. Такой вот дуб красивый, здоровый. Вот на этой поляне куча железа. Копнули тракторина. Чуть-чуть в сторону отошли. Где-то тут, а вот. Водочная пробочка и две копеечки. Две копеечки. Где он тут? 57-й годик. Бухали и трактор разбирали, не иначе. Уткнулись в очередной 150 ельник, да, 150 метров через него. Ну, сейчас его позвеним. Короче, идем до того оврага, проверяем его и начинаем уже... И идем вот так. Да, и начинаем сейчас обратно, потому что, к сожалению, световые дни короткие. А по этим елкам-палкам, вот по таким по ночам ходить я бы не советовал никому. Без глаз остаться как ни хрен делать. Снежок пошел такой, еле-еле зима пытается выбраться. Свои права. Ну, подошли мы до второго оврага. Вот он. Идем сейчас вдоль него. Где-то здесь примерно и была дорога когда-то. Но видите, сейчас здесь посадки. Попадают скованные гвозди. И больше ничего. А это что там такое? Какие-то... Что это такое? Навес что ли какой-то, не знаю, сейчас посмотрим. Пока тишина. Навесик оказался кормушкой. Вот такая. Вот. Либо там что-то за деревом копошится. Старое, интересно. Да не особо. Вот такая вот кормушечка. Да, здесь на краю леса задувает, конечно, хорошо с поля, холодно сразу. Вот, уходим сейчас правее. Так, движемся в сторону машины. Зима, однако. Копейка. 69-й год. Квадры какие-то носиться начали. Некомфортно. Ну, в принципе, ладно. Ха, а из ямки из этой еще одна монетка. Ну, точно зима. Ну, хоть 4 монетки дали, и то хорошо. Вообще особо не рассчитывали, думали просто по лесу побродить. Копейка. Тоже позднее. Какого? Ну, по-моему, даже такой нет. Раз. 73. Ай. Сбежал. Ну да, 73. Смотрите, а вот и зима пришла. Снег повалил.
Хорошо. Где-то там лежит золото, на снег обычно золото. Обычно, ну, было дело год три назад. Вот. Такая вот красота. У нас потеплеет. Ну, так и холодно. Вот он, водоемчик с большим этим оврагом. Так и здесь есть бобры. Я думал, есть или нет? Есть. Относительно свежие. Погрыз. Через бревно, что ли, лезть? О, это будет номер. Пытаюсь проверить лед. Пока вроде держит. Вполне себе держит. Тет. Там тет Люба что-то роет. Да нет, уже водоем-то замерзло. Я спокойно иду. Спокойно иду по льду. Да, зима, однако. Вообще, на самом деле, вообще я сегодня на монеты особо не рассчитываю. Я же говорил уже, какие-то мы сонные. Но в целом, хорошо погуляли, движемся. Сейчас еще вот по этому леску походим и в сторону машины. И харе. Красота под снегом-то хоть зимой повеяло. Такие елочки здесь с березками. Ха! Рядом с дорогой. Что-то... Позднятина сегодня, душечка, 82-й годик. Уху, ребят, не зря, значит, съездили сегодня. Идем по краю уже, машина метров 200. С поля задувает мрак. Смотрите, что выпало. Оп! Весь копеек, 25-й, серебро. Советское, но серебро. Кайф. Зима. Однако. Ну что, друзья дорогие и подруги, закончился наш сегодняшний походец. В принципе, я не ожидал. 7 монет нашли, ну, в принципе, вы все видели. В принципе, да, в принципе, господи, по языку мне начало кать за такой великий русский язык. 7 монет мы нашли, чему мы рады вполне, и даже дали серебро, которое вы тоже, скорее всего, уже видели. Непонятно, что будет дальше. Встанет земля, не встанет. До Нового года недели две. Вот. Там будет видно. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что ставите пальцы всякие разные, разнообразные. Делитесь видосами, если вам не сложно. Там есть кнопочка «Поделиться». Вам просто, а нам приятно и полезно. И всем пока!